Праздники стремительно приближаются, а химчане вовсю готовятся к встрече Нового года. На мастер-классах «Химки. Интересно жить» изготовили уже немало украшений для декорирования дома. Специалист по декоративно-прикладному искусству Анна Пыхарева предложила попробовать свои силы и в хендмейд украшении елки. Идея напросилась сама – игрушки в форме мышей, ведь грызуны – символ грядущего года. Первый этап – лепка формы из гипса. Итак, гипс. Каким образом ему мешать, использовать, замешивать? Лучше всего использовать бросовую емкости. Это баночки из-под сметаны, баночки. Вот из этой баночки отлито уже, наверное, 150 мышей я уже отлила вот в этой коробочке. Чтобы гипсовые слепки превратились в новогодние украшения, необходимы краски и немного фантазии. Каждый участник создал уникальный и неповторимый вариант. Некоторые пришли на встречу по интересам впервые, но есть и постоянные посетители. Например, у Натальи Борисовны в этой школе учится внучка, поэтому мастер-классы – обязательный пункт в ее расписании. Сегодня женщина создала украшение, которое сделает новогоднюю елку еще наряднее. Я хотела еще елочку нарисовать на фоне елочки. Мышку, но краски унесли дети, и из-за этого не получилось. И получилось просто вдалеке моя мышка на елочке. Вышла мышка погулять, стала Новый год встречать. Попробовать себя можно в самых разных сферах. Каждый день на выбор жителей огромное количество других мастер-классов. Сам проект реализуют уже почти год. Это, безусловно, была инициатива самих жителей, которая была поддержана администрацией. То есть мероприятие призвано подтолкнуть вас к позитивному общению на площадках вне дома. То есть это место, где мы можем провести с удовольствием время. Узнать о творческих, спортивных и интеллектуальных мастер-классах можно на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить», а также на специальном сайте.